На прошлой неделе сотрудники миграционной службы задержали 11 иностранцев, которые незаконно трудились на территории областного центра. На улице Суворова 4 армянина штукатурили здание, а в одном из швейных цехов работали 7 киргизов. К сотрудникам управления они отнеслись крайне недружелюбно. На всех нелегалов составлены протоколы. Будут установлены и их работодатели. Уберите. Так, руки не надо тянуть. Нет, там покажите все документы, на каком основании сюда явились. Мы вам покажем сейчас.